До Нового года остаются считанные месяцы. Ответственными отделами уже разработан план праздничных мероприятий. О них рассказали на брифинге в городской службе коммуникаций. С 20 по 31 декабря в городе пройдут зимние развлекательные мероприятия, в том числе спортивные и новогодние программы. В амфитеатре парка «Шахтер» пройдут соревнования и концертные программы. Как и прежде, в преддверии Нового года будут организованы детские утренники. В программу также включена театральная постановка. В городском дворце культуры «Онер» планируется проведение праздничных программ, а именно постановки сказочных представлений. Охват составит более 10 тысяч детей. Также планируется проведение соревнований по зимним видам спорта. Свободное время жители города смогут проводить на ледовых катках, где будет действовать прокат коньков. В регионе насчитывается 14 ледовых катков, 4 из них в сельской местности. Многие из тех, что в черте города, находятся во дворах. Кроме этого, в городе действует круглогодичный каток предприятия «Промсервис ОТАН». Что касается горнолыжного комплекса «Снежинка», его запуск планируется к концу декабря.